Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Мне на днях пришла очень любопытная посылочка с Алиэкспресса, а именно мощная LED-балка от китайской фирмы Aslam. И мы сейчас ее протестим, посмотрим, на что она способна, и узнаем, действительно она такая крутая, как заявляет производитель. В основном LED-балки оборудуют на квадроциклах, джипах или внедорожниках, хотя на простых легковых машинах она тоже очень полезная и нужная вещица. В комплекте идет хорошо упакованная балка, жгут проводов, необходимых для подключения, и коробочка с дополнительными гайками для крепежа. Корпус LED-балки полностью вылит из алюминиевого сплава, на тыльной стороне размещены ребра охлаждения. LED-прожектор изготовлен в соответствии с классом защиты IP67, пыли влагозащищен, допускается эксплуатация при погружении в воду. Фары этого класса отличаются очень большим ресурсом службы и крайне высокой отказоустойчивостью к работе. Компоновка светодиодов в три ряда позволяет получить компактную и мощную трехсветодиодную балку мощностью 180 Вт и световым потоком 18 000 люмен, что обеспечивают 45 LED-лампочек по 3 Вт, 15 штук в ряде. Сама панель разделена на три сектора, это центральный сектор и боковые. Угол луча центрального сектора 30 градусов, что позволяет включить дальний свет, и боковых 60 градусов, что позволяет получить соответственно ближний свет. Компактность балки позволяет установить светильник непосредственно на бампер или встроить в него, получив мощный дополнительный свет, который на трассе легко перебивает ксеноновые фары. Если на трассах такое освещение может показаться излишним, то в условиях бездорожья дополнительный свет просто незаменим или ближний при угле в 60%. Срок службы источников света 50 000 часов, рабочая температура минус 45 плюс 85 градусов. Как видите, в ночное время балка светит очень хорошо, и меня освещение на дороге очень удовлетворило. С уверенностью могу посоветовать вам данную балку для покупки. Все сделано качественно и, как говорится, на века. Тем более, что скоро будут ежегодные скидки на Алиэкспрессе, а именно 11.11. Так что смело добавляйте балку в корзину, заказывайте со скидками и пользуйтесь на здоровье. И помните про кэшбэк, и покупка получится еще дешевле. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам это видео и было ли оно вам полезное. Спасибо, что смотрите меня. Всем пока!